Мне кажется, насилие в фильмах очень интересная вещь, особенно для твоего персонажа. Ведь насилие при рейтинге 13+, очень отличается от насилия 18+. И это очевидно, но мне вот что интересно, плюс очень отличается от насилия 18+. И это очевидно. Плюс очень отличается от насилия 18+. И это очевидно. Ними с точки зрения режиссера. Но это очень интересная штука, потому что в плане того, как рейтинговое агентство оценивает уровень насилия. Нет, это, извините за порнографический язык, проникновение. То есть. Но это очень интересная штука, потому что в плане того, как рейтинговое агентство оценивает уровень насилия.